Так, ну... Нашел я этих армоникан. Это, оказывается, препатентный вид, который я создавал у расы Бездна, которая есть на карте. А четвертым маниакальный ассимилятор у меня был архитектор. Вот его я пока не нашел. Или его там вообще нет. Нету. Ну, жалко, конечно, если не будет. Ну, ладно. Погнали дальше. 38-й год. Так, разберем, чё где. Скорость медленно. Так, посмотрим, кто чем занимается. Наши планеты посмотрим сначала. Так, лидеры бездействующие. Пускай бездействуют. Пока нам ничего не надо. Так, деятельность. Артист, силовик, клерк, техник. Пускай популяция растет пока. Здесь, кстати говоря, что-то надо делать. Жилья маловато, может, все-таки район надо строить. Ну или пока этот построим. Промышленный. Что по свойствам у нас? А что, ничего не добавится, я так понял? Действующий вулкан. Так, теперь основная планета. Так, ну пусть население пока растет. Уровень роста. А что нам надо? Так, единство надо, получается. Снижает ее влияние на размер государства. Ладно, поехали. Так, что-то там активировалось. Взаимозащита. Пока действуют пакты взаимной защиты. Отлично. Так, что у нас строители делают? Так, этот строит здесь. Этот здесь строит. Этот отдыхает. Так, тут колонизация должна быть. Да, вот. Так, наш глава. Темп исследования новые миры. Варианты исследования. Промышленность. Биология и... А что лучше-то? Даже не знаю, ну пускай новые миры будут, чё. Так, изучил систему. Значит, надо вот здесь еще изучить.
Так. Так, научный у нас первый отдыхает. Что он здесь изучил? А, ему здесь не вырваться отсюда, да? Так, ну давай сюда пока. Этому товарищу форпост строить, чтобы не совсем тут помирать. Застроим все здесь, раз пока можно. Так, иди ты со своей аномалией. Здесь форпост сюда. И к раскопкам двигаемся. Так, систему. Прогноз погоды. Химзаводы. Давай химзаводы пускай изучает. Вот здесь возле бездны может быть какое-то государство. О, здесь у нас... Блинки, разработка открылась. Тоже надо будет построить. Что, кстати, с флотом? Управление флотилиями я улучшал. 30-30 теперь. О, теперь мощь у нас получше. Что улучшить? Давай улучшим. Так, здесь 30 кораблей за 900. Улучшаем. Что-то там было. Дуговая печь. Дуговая печь. Ах, да. Тут надо 4000 влияния, 2000 сплавов. Поющая планета. То, что мы приняли за попытку общения, оказалось всего лишь необычным, но совершенно естественным природным явлением. При надлежащей обработке испускаемые планетой магнитные волны можно принять за разговор или даже пение. Хотя они исходят вовсе не от разумного существа, наши ученые сочли их весьма мелодичными. Мы можем использовать этот феномен, например, приглашая артистов или медийных персон на станцию для улавливания этих сигналов или применяя их в качестве расслабляющей музыки. Единство. Вот это ресурс. Где это? Надо сюда быстрее прорываться. Так, изучили... Куда теперь отправляемся? Здесь еще есть неизученные системки. Давай сюда. Хорошо, эти разрешают пролетать мимо. А этот кораблик... Хотя подожди, тут аномалия. Аномалии сначала тогда. Так, этот сюда изучать. Так, построил. Тебе надо здесь пылинки. Вообще сначала сюда. А потом уже пылинки. Так, систему изучили. Какую? Здесь аномалии изучаем.
Физика. Так, ну давай, плазмомет. Пригодится, наверное, скоро. Ух ты, сколько единства у нас производится. Сонифицированная наука. Экипажу корабля Ребуч 5 удалось выделить сигнал из необычных помех в системе Хемтарис. Это песня, точнее говоря, сложная сонификация математического уравнения повышенного порядка, которое ведущий ученый-экстраархеолог, похоже, никак не может выбросить из головы. Кто сочинил эту песню, неизвестно, хотя ее сложность подразумевает невероятный уровень технического развития с точки зрения подпространственных гармоник. Геодезические данные сигнала указывают на то, что его источник находится за пределами нашей галактики. Так, строим станции. Так, у нас кто-то пропал. Репстрой 3. Ах ты, да ну нафиг, он пропал. И отрезали нас. Давай объявляем войну. Так, дань, подчинение. Объявляем войну, надоело, отвечаю. Урод какой-то появился. Так, чё, объявилось? Приказ флотилии отменен. Что там? Долго же вы собирались, Реп. Давайте покончим с этим. Сучий глаз. Все, короче. Чё там у него? Ну все. Негодяи. Короче, конец вам. Так, где наш флот? Что там, улучшение поди идет? Начнется война. Так, улучшение какое-то. Улучшение идет еще кораблей. А, вот проценты. Так, ну давай. Начнем отсюда. Прям, чтобы к нам не вклинивались. Так, и насчет флотов тех. А, ну, сплавов, конечно, не так много. Надо по указам что-нибудь посмотреть. Правительство, указы, политика, указы. Так, что у нас есть для войны? Граница. Космические базы пока не надо. Флот. Опыт кораблей. Вот это нам надо точно. Субсидирование энергетиков. Так, это пока не будем. Что у нас еще есть? Сколько у нас частиц этих ресурсов? 10, но это мало. Кристаллов. Кристаллов 200. Сенсоры, фокусирующие. А есть у нас энергетическое оружие? Нет, я не помню. Темп исследований.
Улучшить темп исследований. А что у нас по частицам, по нанитам? 400. Давай, пускай будет. Ну и теперь, товарищи, конец вам пришел. Начнем с этой системы. Так, они улучшаются там. Так, какая-то аномалия. Мы обнаружили жизнь не просто под поверхностью, а в каждом фрагменте небесного тела. Ледяная планета изрезана множеством микроскопических труб, связанных с примитивным компьютером. Несмотря на простоту архитектуры, гигантские размеры компьютера позволяют ему соперничать с суперкомпьютерами, которыми располагает РЕП. Компьютер активен даже сейчас, и наши ученые могут связаться с ним. Однако из-за его медлительности задать можно только один вопрос. Так, вычисление. Кто тебя создал? Вультаумские артефакты. Нам артефакт нужен. Единство. А если я артефакт не выберу, я его потом найду? Что у нас в журнале про вультаумских ребят? 4 из 6, это будет предпоследний. Ну и пускай артефакт будет. Так, черта у кого-то появилась. Это у нас кто? Ведущий исследователь. Главный суперученый, бессмертный. Частицы. Увертливость. О, секретное исследование, это что, маскировка, старатель, залежи, наладчик. Пускай вертливость качает. Ну что ж. Малозаметная мощь. Зондируя замерзшие ландшафты, которыми славится Лун Хамтарес 5А, мы, по-видимому, наткнулись на нечто значительное. Ведущий ученый-экстраархеолог говорит о бактериальной форме жизни, которая ни на что не похожа. Она соединяется с другими особами, образуя крупные одеяла, прочные, но легкие, к тому же выполняющие роль солнечных элементов. Они с удивительной эффективностью поглощают солнечную энергию, что, скорее всего, является результатом эволюции, которая благоприятствовала тем, кто мог собрать больше тепла в этом суровом климате. Исследователи на нашей родной планете наверняка найдут применение этой информации. Так, отправить в родной мир для изучения. Нет, это прям замечательно. Так, военное. О, нам военное надо применение. Или производство энергии. Давай, пускай производство энергии будет, чё. Так, у нас улучшение флота идет. Второго. Жестянщики. Этот пропал у нас. Появится он? Нет, интересно. Ну, хорошо, это не ученый. Так, а насчет вот этих флотов? Их тоже, я думаю, можно поулучшать. Были бы сплавы, конечно. Их у нас мало. Че, управление? Флотилия. А мы нападем на них с этой стороны. Так. Здесь у нас что, рейдеры? Ну, допустим, добавим корабль какой-нибудь. Фрегат. И этот у нас есть. Эсминец и крейсер. И крейсер есть. Тоже добавим корабль. Подожди, а ему что, нельзя добавить? А, нет. А вот тут должно быть. Ну, ладно. Так, эсминец.
Так, почитаем, что такое эсминец. Так, ну вот если корвет, это у нас быстрый, маневренный. Быстро строится. Мощность, урон. Так, корвет. Корвет это... Ой, фрегат. Это что-то поздоровее. Брони побольше. Урона побольше. Скорость поменьше. Маневренность вообще маленькая. Мощность тоже маленькая. Но фрегат это у нас... Ой, эсминец. Приличная скорость так-то. Маневренность, щиты, броня, урон побольше. А крейсер... Еще меньше скорость, больше брони, здоровья и мощность. Так, ну построим. По три штуки давай построим. Пускай строится. Ну и насчет базы здесь. Надо оборону какую-то построить. Одна у нас есть. Ага, все упирается в сплавы. Так, традиция. Фонд указов, то, что нужно. Стабильность. Берем фонд указов. Так, наши специалисты по исследованиям в области энергетики добились прогресса с экземплярами, которые мы отправили им с Луны Хемтарис-5А. Взяв эти организмы за образец, они смогли разработать новый тип солнечного элемента. Полученный вариант гораздо лучше, накапливает энергию и повысит эффективность всех наших электростанций. 5%, отлично. Так, что там флот у нас? 27% улучшается. Исследование. Дезинтегратор, реактор холодного синтеза. Так, давай лазер пока исследуем, а то висит урон армии. Это нам нужно, наверное. Так, ну давай урон армии возьмем. Эх, заперли тебя. И корабля нету. Надо базу тут построить, наверное. Так, а где лучше? Ну, давай здесь. Космическую базу, 7-ю. Так, ну оно такое милое. Обнаруженное нами существо почти тут же полюбилось всем без исключения. Взгляд его 4 выпученных глаз настолько невинен, что желание погладить мягкие, словно облачко, мех загадочного зверя становится непреодолимым. У самого существа, которое пока не демонстрирует ни агрессии, ни признаков опасности, похожие чувства вызывает экстраперфекцион. Питомец, чьи колени оно облюбовало всерьез и надолго. Будто кто-то специально вывел предельно безобидное животное. Впрочем, некоторые скептики заявляют, что брать на борт неизвестную форму жизни, не получив на это одобрение, крайне безответственно. Экстраперфион питомец ручается за то, что животное совершенно безопасно. Однако соглашается изучить его внимательнее.
биологическое чудо. Рябучесть покрова. Единство, ну, пускай изучает. Situation log updated. О, это шестой вультаумский будет. Так, кто у нас там прокачивается? Археолог? Ну, землекоп, чё? Раз он археолог. На планету Фулу-5. На планете Фулу-5 находился небольшой форпост, откуда вультаумцы вели торговлю с соседними цивилизациями. Похоже, в какой-то момент он был превращен в религиозный центр, в котором вультаумцы пытались обращать свою веру инопланетных торговцев. Вскоре после этого торговля сошла на нет, и форпост был заброшен. Так, сейчас будет спецпроект. Экипаж корабля «Рябуч-5» сообщает, что объект, первоначально определенный нашими датчиками как астероид, оказался гигантским летающим шаром мусора, состоящий из разбитых фрагментов различных транспортных средств, ракет и опасных материалов, многие из которых радиоактивны. Он, видимо, является остатками деятельности какой-то неизвестной расы времен ранней космической эры. Судя по всему, эта раса была межзвездным загрязнителем. Они выбрасывали опасные промышленные отходы на орбиту, вместо того, чтобы избавляться от них на планете. Радиометрическое датирование показывает, что этим останкам миллионы лет, и они плывут в космосе неизвестно откуда большую часть времени. Ведущий ученый-экстраархеолог отмечает, что в этой парящей куче мусора есть довольно редкие материалы, которые можно переработать в полезные ресурсы. Отлично. Ну а спецпроект. Изучаем. Знания об Эльвратах. Сколько у нас там знаний всего об Эльвратах? 4 из 7. Ребятские научное сообщество достигло некоего прорыва в вопросе внегалактического сонифицированного сигнала, проанализированного недавно одним из наших научных кораблей. Хотя полное значение уравнения, встроенного в сигнал, до сих пор нам непонятно, ребятские ученые на нашей родной планете смогли определить сходство значительной части информации в данном сообщении с точки зрения подпространственных гармоник с технологиями, использованными в таинственных Эльвратах. Сам по себе этот сигнал для нас практически бесполезен, но если анализировать его с учетом других открытий о древних строителях врат, мы можем получить ценные данные о том, как снова активировать эти Эльврата. Быстрее расправиться с этими негодяями. Управление флотилиями. Что у нас тут строится? Два построилось. Так, черта у кого-то. Командует в крейсер. Осмотрительность. Так, скоро улучшится и пойдем в атаку. Лунный проект. Ведущий ученый экстраперфекцион
питомец. А, это он с питомцем. У него такое имя, что ли? Докладывает, что совершенно не доверяет показаниям датчиков, переданным на корабль Ребус-4 из Покрова. Особенное подозрение вызывает Луна планеты Хека-2. Поэтому для дальнейшего изучения был подготовлен особый проект. Так, исследуем проект. Аж на два проекта, что ли? Так, раскопки. А, это появились раскопки где-то. Нам надо эти раскопки. Наверное. Так, форпост. Так, тебе чё? Тоже что-то надо подзастроить. Ну давай пока здесь. А подожди, а почему у нас... Ладно, вот здесь строим. Этот строит здесь и сюда потом. А, это пропавший вернулся. Так, построили. Так, это лидеры у нас. Исследуем. Ускоритель, щиты. Прогноз погоды. Ну давай все вот это вот. Ускорители, всякие щиты будем изучать. Так, сейчас улучшатся корабли. Отлично. Ну все, погнали. Так, ближайший, давай вот сюда. Тут вон флотилия какая-то строится. Поехали. Сразу будем застраивать. Ну, ждите гостей, сволочи. Так, изучили систему, аномалия есть, изучаем. Что у нас, кстати? Миграция, отношения. Так, а у них же есть. Радушие. Помогли бы нам как-нибудь с войной-то. Ладно. Так, физика. Так, рабочие. Пускай, наверное, пригодится, но пока, наверное, построим всякие ракеты. Пускай ракеты строятся. Изучаются, точнее. О, вультамские артефакты. Археологи обнаружили на планете... 5 небольшую цифровую листовку вультаумского происхождения. Кажется, миссионеры на форпосте раздавали такие листовки заезжим торговцам. Почти вся информация повреждена,
Однако удалось разобрать, что там упоминается великая ложь и оковы виртуальной реальности. Ну что, вольтаумская система-то у нас. Где они там? Вот, вольтаум, все собралось. Теперь мы, наверное, узнаем, где их система родная. Вот. Ладно, напишут. Обнаружен родной мир вольтаумцев. Внимательно изучив вольтаумские артефакты, которые нам удалось добыть, ученые на планете Реп сумели вычислить точные галактические координаты Вольтаумара, мира, откуда произошла древняя вольтаумская цивилизация. Надо срочно отправить туда экспедицию, пока нас никто не опередил. Свяжитесь с ближайшим научным кораблем. Цепочка событий. Родная система вольтаумцев. Так, а где это? Ого! Вот это где. Это прям рядом. Там какой-то красный был. Ну надо туда тогда быстренько. Нет приказов как раз. Изучить систему. Так, этот строит. Этот чё? Сюда отмена, давай сюда тоже. Так, какой-то корабль у нас тут отдыхает. Так, а у нас есть что изучать или нет? Так, есть, вот сюда отправляемся. О, минералы. Уперлись в потолок. Сейчас по планетам посмотрим. Что-то построим, может. Так, жилье есть. Сооружение. Энергосеть, жилище. Галатеатр есть. Что-то надо добывать. А что надо добывать? Может, научное что-то построить. О, генные клиники. Чтоб прирост быстрее был. Там гражданские предприятия. Так, гражданские — это торговля. Это мы все на будущее строим. Храм единства производит. Цитадель — это защитная. Планетарная столица требуется. Ну что, генные клиники надо строить. Так, здесь. Так, нам нужно редкие ресурсы, наверное, разрабатывать. Давай газами, наверное, и займемся. Газы, пылинки, кристаллы. Минералы в газы. Вот что нам надо. И пылинки тоже, наверное, минералы в пылинке. Так, здесь... Ну, сплавы надо наращивать, поэтому сразу три построим. Там вроде еще можно. Так, а ячеек у нас 8. Потом еще городские районы надо будет строить, чтобы ячейки открывать. Так, здесь вулкан промышленный. А, подожди, это не то. Вот здесь на колонии на третий губернатора добавить.
Что у нас 4 из 8 аж на? Надо кого-то взять. И кто-то бездействующий там есть у нас. А где они? Все заняты. Но у нее бонусов к планете нету. Так что пускай сидит только в совете. Чиновник. Так, планета у нас какая будет? Континентальный мир. Я думаю, редкие ресурсы тут будем разрабатывать в будущем. Что у нас? Прирост опыта. Единство. Ну и пускай будет этот. Хотя, может, других посмотреть. Может, еще круче что-то есть. Продолжительность жизни. Единство. Единство это у нас от экстрасенса идет. Так, но они не советники. Может, планетарное что-то есть. Так, экстрасенс. Жизнь. Пища. Продолжительность. Ну, давай вот это с продолжительностью возьмем. Так, и что-то построить. Или может район какой? Расчистить. О, расчистку поставим. Добавятся районы. Тоже с минералов, наверное, начать. Так, жилья там нету. Генные клиники. Построим, наверное, жилища. Вот. Все, пускай строится. Сейчас начнется война. Плохо этот медленно летит флот. Так, какую-то систему изучили. Ага. Аномалий нет. Тогда летишь сюда. Вот сюда изучать. Так, новая колония есть у нас. Так, сразу, что у нас тут? Расчистка, да, будет или что? Ну, нужно жилье построить и занятость, чтобы была. А где указано, что он освещенный мир этот? Или если он освещенный, его не трогать, или как, что-то непонятно. Короче, как сакральные миры работают, я так и не понял. Так, ну сначала строим городской для жилья, потом строим генные клиники. Нанимаем губернатора. Ну, этот пускай и будет. И тут, кстати, раскопками бы пора заняться. Так, этот базу строит. Так, и у нас идет война. Защитники древа жизни, ничего себе.
Чё, они уничтожаться-то будут, нет? Да чтоб тебя. Насколько мы можем судить, примерно 1000 лет назад этот астероид использовался космическими пиратами в качестве перевалочной базы. Небольшая экспедиция смогла проникнуть на базу и отыскала там спрятанные сокровища. В тайнике находились по большей части безделушки и артефакты, но кое-что до сих пор имеет большую ценность. Так. Это наше или не наше? Это наше. Так, давай сюда. И улетает, сукин сын. А мы его здесь встретим. И уничтожим. Высокое стремление. Так, следующее что? Счастье, стабильность. Трение на границе. Подготовка лидеров. Так, превосходство. Вот это я как-то брал и так и не понял, оно что, не изучилось? Давай возьмем. Это они построили все. Так, новые раскопки где-то появились. Так, изучаем оборонительный комплекс. Наверное. Давай реактор. Этот убегает. Так, это у нас кто? Пусть исследователь будет. Ну догоняй уже, ну улетит. Место крушения. Мы нашли древний корабль инопланетян наполовину, погребенный в кратере астероида. Судно явно научное. Оно несет мощную матрицу датчиков, а оружия на нем нет. Не видно и признаков повреждения, которые могли бы быть получены до падения. По всей видимости, крушение было результатом ошибки экипажа. Мистер раскопок. И что, вы не догоните его, что ли? Скрытые миры. Команда, занимавшаяся расчисткой джунглей на планете Колония 3, сделала невероятное открытие в чаще леса, заросшая и затененная пышной растительностью,
находится огромная инопланетная космическая станция. Архитектура поражает воображение, а использованные для строительства технологии намного превосходят наши. Это настоящее произведение искусства. Станция, похоже, врезалась в поверхность, но уцелела благодаря необычным защитным свойствам, которые очень заинтересовали наших ученых. К сожалению, если мы начнем археологические раскопки, то не сможем обрабатывать землю, пока не завершим их. Скрытые миры, конечно. Конечно, раскопки надо делать. Отлично, уничтожили. Так, тот уплыл, а мы сюда. На базе, наверное, строит. Или что? Или как? Он строит там станцию, наверное, какую-то. Так, фрегат, планетарное строительство. О, здоровье, корвет-фрегат, изучаем. Драгоценный спутник. Более детальное сканирование одного из множества естественных спутников газового гиганта Aegis Capii-3 принесло неожиданное открытие. Мы обнаружили богатые залежи драгоценных металлов и минералов, прежде незамеченные. Хотя сам спутник совсем небольшой, он обладает стабильной орбитой и тектонически устойчив. Так. Опа. Странная фабрика. Группа исследователей обнаружила на планете Колония 3 скрытую фабрику. Архитектура здания и характер его повреждений свидетельствуют о том, что фабрику построила какая-то древняя цивилизация, добившаяся превосходных успехов в создании вещей, которые могли выдержать проверку временем. Наши жители легко смогут использовать данный объект, чтобы повысить производительность колонии. О, покров. Так, научные станции, комплекс обнаружения. Вот усилитель пускай изучает. Так, мы не успеваем обратиться к сущности, так как она сама обращается к нам. Ее мысли крутятся и вертятся, проникая в разум наших телепатов, упрашивая. Это исполнитель желаний, который обещает нам богатство, власть, престиж, все, что мы когда-либо желали. Цена – пустяк. Что-то вроде платы за вход. Он лишь хочет для нас самого лучшего. Он будет помогать нам указывать путь, направлять наши стремления и мечты. Мы должны лишь принять его в наши сердца. Он уверен, что мы ответим «да». Как вообще мы можем сказать «нет»?
заключить договор, содержание поселений, ресурсы увеличиваются. Так, заключили. Сделано. Мы заключили договор с исполнителем желаний. Результатов этого пришлось ждать недолго. Поступают сообщения о новых богатых рудных жилах, обнаруженных в наших шахтах. О предприятиях, которые должны были обанкротиться, но внезапно начали процветать. О редких и ценных ресурсах, найденных на астероидах, где раньше, по нашему стопроцентному убеждению, не было ничего, кроме льдов и камней. Похоже, наше государство входит в золотой век богатства и процветания, как и обещал нам исполнитель, но о какой цене он нам говорил? Надо этого негодяя уничтожить. И тут вон напали. Так, оборона. Давай платформу хотя бы одну поставим строиться. А тут... Обломки в системе Каравон. А у нас где тут ученые есть? Здесь только. Биологическое чудо. Ну давай, изучай обломки. Так, а куда он поплыл? В столицу, что ли? Тоже платформочку построим. Давай даже две. Так, уничтожили. Этот куда идет? В Гурам? Так, надо нам... Давай вот сюда. Так, изучили систему. Изучаем аномалии. Пост. Так, физика. Реактор антиматерии давай. Блин, сплавов нету, чтобы строить. Так, сплавлетельный мегакузнец. Это то, что надо. System survey complete.
Так, изучил систему. Сразу форпост. Сразу давай аномалию и потом проект. Так, метаморфическое обезвоживание. После тщательного исследования планеты Субан-4, экипаж корабля Ребуч-5 подтвердил, что несколько миллиардов лет назад она была покрыта водой, однако геохимический состав базальтовой коры планеты оказался очень влаголюбивым, до такой степени, что жаждущие камни постепенно впитали и связали в себе всю воду с поверхности. Теперь от обширных океанов остались лишь соленые ручьи, окаймляющие многочисленные каньоны планеты. Ведущий ученый-экстраархеолог также говорит, что минеральные гидраты теперь доминирующие в ландшафте планеты Субан-4 могут найти ценное применение во многих областях промышленности. Так, на планете Ракарон 4 разразилась война. Этому предшествовало несколько лет накопления крупного капитала в руках некоторых фракций и последующая монополизация средств производства. Недовольство растущим неравенством народ выразил единственным понятным богачам способом – бунтом, быстро переросшим в классовую войну. Начинаются темные времена, которые не останутся без последствий. Беспристрастность. Астероид приближается к Луне. А что у нас тут? Небольшая астрометрическая лаборатория на нашем наблюдательном форпосте над Луной Фланф 2А обнаружила астероид класса 4 на траектории прямого столкновения. Если мы ничего не предпримем, он врежется в южное полушарие Луны с такой силой, что это приведет к уничтожению всего живого. Согласно политике невмешательства, мы ограничиваемся пассивным наблюдением, но в данном случае большинство наших ученых убеждены, что следует сделать исключение. Бездействие означает страшную смерть для хиргокской цивилизации на Луне Фланф 2А. Для связи с целью и платформа. А, тут есть же уже одна. А, нет. Перепутал, это же компьютер, но... Вот и должно, в принципе, достать. Надеюсь. Так, а тут у нас идет война. Так, зелененькая. Давай вниз. Атакуем базу. Кораблики тут летают. Смотри-ка, наштамповали. Ядерное уничтожение. Анализ показал, что всего 1000 лет назад на Луне Субан 4А были пригодные для жизни континенты и царил мягкий климат. Сейчас эта Луна представляет собой небесное тело с чрезвычайно токсичной атмосферой, высоким уровнем радиации на поверхности и полным отсутствием жизни. Судя по всему, эта Луна несет на себе следы крайне разрушительной ядерной войны, ставшей последней
для всей цивилизации. Сукин сын, куда он летит? Уничтожить. Куда, куда, куда? Не убежишь. И на базу. Так, традиции, кстати говоря. Сейчас бонусы стремления будут. Так, ну давайте просто вспомним, что нам точно надо. Нужны титаны, нужны мега-сооружения. Это два точно. Что у нас есть выбрать? Защитник галактики тоже нужен против кризиса. Значит, что-то такое, что из этого списка. Власть, соперник, господство, рвение, рожденный в пустоте. Так, мегапроектирование не изучал никто еще. Идеальные миры тоже хотелось бы. Так, колосс, чудеса нужно. А у нас 4 бонуса всего осталось. Я думаю, если взять рожденные в пустоте, хотя это просто улучшает орбитальные поселения, они у нас и так должны быть. Указы. Урон угасшим, пробужденным, строителям врат. Вот защитника надо брать от кризиса. Это в конце. О, мы сейчас можем проекция галактических сил взять. Предел, вместимость. Давай возьмем. Остается ждать мегапроектирование, потом титаны. И последний бонус, не знаю какой. Тестирование оружия. Похоже, апокалипсис наступал на планете Вольтаумар 2 не один раз. Сканирование поверхности показывает, что ее жгли, подвергали бомбардировкам, иссушали и обстреливали в ходе самых продолжительных испытаний оружия, о которых нам известно. Хотя предпринимались неоднократные попытки уничтожить планету полностью, судя по всему, у экспериментаторов не было для этого технологий. Ведущий ученый-археолог сообщил, что им удалось собрать остатки разбитого оружия различных видов в надежде воссоздать их конструкцию. Проанализировать образцы, конечно. Так, зелененькая, и нужно дальше. Что, на столицу двигаться?
Тут у них мир какой-то есть уже. Так, стоп, там научный корабль где-то. Так. Министр обороны на первом флоте командует. Так, урон орудий, скорострельность. Пускай властная фигура будет. Война закончилась. После того, как мы решили, что досветовой народ должен сам разбираться со своей политикой, а мы вмешиваться не будем, война на планете Ракарон 4 завершилась сама по себе. Угнетатели беспощадно раздавили революционное движение. Восстановлен статус-кво, революция подавлена. А это поселение расы робот. Умирает. Кстати говоря, у нас ученых много отдыхает. Но этот, понятно, заперт. Так, тут астероид. Так, здесь. Может, какой-то форпост строить новый? Давай сюда. Здесь добывание, добывающие станции. Так, здесь тоже. И сюда форпост. Так, нет приказов. Значит... На раскопки бы его, конечно. Давай аномалию пока. Странная фабрика. Никаких сообщений о проблемах по странной фабрике, найденной на планете колония 3, не поступает. Похоже, колония сможет сохранить прогнозируемые нормы производства. Так, нет приказов. Изучаем. Электрическая буря. Где она? Ну, хоть не у нас, хоть у угасших. Ладно, пускай летит. Древний медицинский комплекс. Ошеломительные новости от корабля Ребуч 3. Глубокое сканирование показало, что неожиданно крупное твердое ядро планеты Вальтовмар 5 покрыто спрессованными останками разветвленного медицинского комплекса, которому миллионы лет. Хотя интенсивное давление мантии газового гиганта сильно ограничивает объем данных о поверхности ядра, которые мы можем получить. Но ведущий ученый-археолог сообщает, что для скрытых сооружений, несомненно, использовались те же технологии, что и при
Встретились из загадочных Эльврат.